И всем привет, дорогие друзья, с вами Диман, Диман Покемон, Серега и Енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Я буду первый искать, карта у нас очень классная, ну и при этом очень маленькая. Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Я иду, короче, да? Коньки смазывать, пацаны, никто масла не видел, у меня коньки заели. Так, Димас, я... Я вот. На улице, Димон. А где именно, давайте? Возле найду. Каменного ой, забора. Вижу. Димас, здорово. О, это ты... А кто в туалете прилетел? Здравствуйте. Банка, Димон, туалет и глобус. Блин, это топ, Димас, это топчик. Я знаю, что вы где-то здесь сидите. Ну-ка, давай, нет. Показывай, где мы. Летающий унитаз. Когда я захочу в туалет, я тебя позову. Так, я тебе не мешаю, да? Есть енот. Ты уже есть. Сожрал. А, енот был туалетом, получается. Димон, я чувствую, что где-то ты здесь, смотри. Вот здесь, вот здесь, здесь, наверное, вот под здесь. Под кроватью, Димас, да? Сейчас мы посмотрим. Нет у тебя под кроватью. Блин, только жопу застудил, холодно. Ты думаешь, Димас, я бы так палил бы, палился бы? Не знаю, ты мог бы так сказать специально. Вот здесь ты под кроватью. Чё, кто тут за дерево летает? Не надо так летать. Жестко, да? Это да, за дерево летает вообще. Вас, так ты где? Я ищу тебя. На первом этаже ты? На втором. А, на втором еще ищешь меня. Ну, ищи меня на втором тогда. Так потому что ты на втором. Да. Наверное, Дима, знаешь, где я, наверное? На первом. Да. А, точно. Тут есть чердак. Или в подвале, Димас. Посмотри, может, подвал есть. Так, так, так. Мне надо сконцентрироваться, потому что у тебя же собачачина серая. Да. Сейчас, сейчас. Так, мы еще с Серегой остались вдвоем. Ну ты читер. Я с тебя обалдею. Есть. Сереженька, давай вместе искать будем Димона, потому что не могу его найти. Енот, бери аниматроника и тоже ходи. Да, давайте втроем будем, объединяем силы и ищем Димона Покемона. Давайте, давайте. Давайте, даем, даем, даем. Хорошо. Ребята, ставьте лайк, если хотите, чтобы следующая серия вышла прохождение FNAF. Я нашел уже новую карту. Димон, я знаю, где ты. В турбоходе, наверное, вон своя печка затопилась. Не-не-не, я тебя на деревьях ищу. Мне кажется, ты где-то на дереве сидишь. Да? Ну давай поищем. В кустах. Давай вместе поищем, Димас. Где-то в кустах шкеришься. Блин, весело, Димас. Вот так вот вообще. Весело, да, тебе? Да, кто-то в доме ходит, я вижу. Пойдем. Ищем по периметру карты, пацаны. Да, кстати, периметр карты такой неплохой, поэтому смотрите, ищите меня. Ну как найти? Ты используешь читы. Димас, а ты говорил, что я плохо спрячусь, да? Ну, я не могу в этот раз найти тебя. Почему-то ты хорошо запрятался. Хорошо, давай я буду думать, как ты. Так, я Димон Покемон. Че, жопа чешется? Ладно, подожди, это не... подожди, подожди. Если бы я был бы Димоном Покемоном, я бы пошел на второй этаж. Ага. И что бы я там увидел? Лег на кровать, укрылся и спал бы. Не, подожди, тоже не то жила. Ты угадал, я бы так и сделал. Нет, ты бы сначала пошел Дима на кухню, покушал бы, а потом бы уже пошел бы на кровать. Это в первую очередь, Димас. Ты где-то наверху на перемычках сидишь. Давай поищем меня. Я буду тоже, ребята, искать себя. Где же я нахожусь? Тут есть чердак или нету? Димас, вы очень долго меня ищете. Так, да потому Димас, что ты ищешь. Как-то очень сильно хорошо запрятался подозрительно. Ты, Димас, Иван, я сейчас тебя найду. Даже не один. Вы ищете меня вдвоем. Ой, втроем ищите меня. Я сделал первое лицо. Все, я усиливаю поиски на максимум. Втроем меня ищете, найти не можете. Енот. А, енот тут подлетывает и за аниматроника играет. Так. Ну что вы, где вы? Я тебя, Димон, ищу. Ищешь, да, меня? Да, да, да. В кустах ищешь, да? А потому что ты такой серый, тебе очень, ну, ты сливаешься хорошо. Ты под машиной. Вот, Димас, подумай, какого цвета и с чем могу слиться. Вот в чем мое преимущество. Вот какого с травой, цвета, с землей, с говном. Вот. И теперь, Димас, найди такое место, которое похоже на говно. Серега, ты где? Серега запрятался, да?
Короче, Димас, даю подсказку, я не в доме. Все, я понял. И я нахожусь там, где такой коричневый говняной цвет. Ну, Димас, я точно не там. Я в пределах, Димас, я в периметре нахожусь. Ой, точнее, не в периметре, но не так далеко, как ты ищешь, короче. Блин, напрягаю глаза, аж слезы идут, где ты? У меня сейчас глаза повылазят, выпучиваются. Где ты? Я иду за тобою. На деревьях. Гуки на деревьях, давайте, ищите. Я когда только эту карту нашел, я сразу на деревья хотел ныкаться. Да. Только... Он где-то возле забора сидит на картофанах. Давайте посмотрим, где этот на заборах, на картофанах. Так, он тут... Димон, я в шоке, мы не можем тебя найти втроем на такой черепистрической карте. Голубой, здорово! Как дела? Замечательно. Пока не родила. Вы нашли его? Нет. Нет, найти не можете, это вообще, это просто трэш какой-то. Пацаны, он в кустах сидит. Я, в общем-то, даже не рядом с домом нахожусь. Угу. То есть, и не на том участке, где машина, короче. То есть, отрежьте половину участка, где машина, этот белый пикап такой, отрежьте это получастка, ищите на втором участке, и я не около дома. Ну, понятно? Ты мочишь, Димон. Нашел. Где он? Я на дереве. Димон, ты на дереве, как я и думал. Ах ты хитрая собачачина. Ловите вора. Не ловите его. Ждите меня. Серёжа, это я. Свой чувак. Случайно. Ничего, нормально. Сейчас у вас немножко подлагает, но все нормально. Ага, вижу. Чё, ну что, вы убили его? Не можешь меня поймать. Хорошо, я сейчас возьму. А, Димас, давай помогай Серёге, он поймать меня не может. Угу. Я, короче, от него тут бегаю, как только могу. Профессионал пришел и наказал, как и сказал. Наказал. Все, Димон, теперь я буду прятаться. Ну ты хитрый жук. Очень мощным. Мощным, давай, мощный мужик. Мощный. Там какой-то мужик дохлый летает, тоже пойдет. Это Супермен. Димас, я тебя нашел! Говно ты! Димас, куда собрался? Да отвали от меня! Куда собрался? Куда? Куда? Я иду, я вспомнил, мне спички надо купить. Иди сюда, по хлеб, да, пошел, значит? Да. А взял такого же, Дима, кстати, ты этого штучка. Помогите! Спасите! Меня гонится аниматроник! Кто-нибудь убейте его! Отвали! Да отвали от меня! Я на дерево не могу вылезть! Блин! Ну ты жесткий мужик! Да. Так, я теперь тоже присоединяюсь к тебе. Пролезть не могу. Жирный, что ли? Так, как я и говорил, два человека будет на деревьях. То есть, Димас, тебя я уже нашел на дереве. Осталось меня найти. Я уверен, что еще кто-то на дереве сидит. И один какой-нибудь человечек в куста где-нибудь запрятался. Димон, я твой брат. Нет, ты, Димас, не мой брат, ты какая-то фальшивка. Я твой брат! Давай дружить! Ребят, смотрите, какой я, какой он. Я хороший! Где брат? Может, я Я могу таким стать! Димас, я младший брат, походу. Ты какой-то маленький возле меня, я здоровый. Короче, Димас, его на деревьях вообще нету. Я вот реально деревья все обсмотрел. Каждое дерево обсмотрел. Его ни на одном дереве нету. Что это означает? Что он где-то в кустах сидит. Серега, ты в дупле? В небо залетел, то ли ты землей зарылся. Ай! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!